Адміністративний центр Парма регіона Емілія-Романія на протягу довгої історії інакше як шиковним і квітнеючим не називали. Город вабить туристов чудовими храмами и палацами. За их Парму часом называют итальянские Афины. Члены гомельской делегации в регионе знакомились с сельской господаркой и перапрацовчей вытворчестью. И она тут развивалась с часов Римской империи. Буйную рогатую живелу на Апеннинах разводят с 2-го стагодия до нашей эры и у промысловых масштабах вырабляют сыр и творог. За знакомитый на весь свет пармезан и мясовую вяндлину под назвой прошута Парму называют гастрономичной столицей краины. Так само усталявалися стосунки поміж белорусскими и итальянскими фермерами. У межах протокола об намерах с Итальянской национальной ассоциацией живеловодов Фризона специалисты Кармянщины, Шачерщины и открытого акционерного товариства Мелковита отримали опыт работы по технике пересадки эмбрионов буйной рогатой живелы. Затекавленных представников Гомельщины гостинно приняли у мэрии города и провинции Парма. Подчас встречи прогучали слова подяки от губернатора Гомельской области Владимира Дворника за допомогу, якую нам оказали улады, громадское объединение и жихары Италии после Чернобыльской катастрофы. Мы очень благодарны итальянскому народу за ту помощь, которая была оказана после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тысячи наших детей проходили оздоровление на нашей территории. Migliaia dei nostri bambini hanno attraversato periodi di risanamento nel nostro territorio. За что мы вам очень благодарны. Финальной кропкой официальной встречи у Парме стали подписание погоднения помеж провинцией Парма и Гомельским облвыконкамом об гандлево-экономичном, науково-техничном и гуманитарном сотрудничестве. Dall'incontro di oggi, che ci ha fatto veramente piacere e onore avere nella nostra città una delegazione così importante. Конечно, визит это очень важный визит, очень значимый визит, который позволит нам развивать уже существующие отношения в сфере гуманитарной деятельности и на который мы рассчитываем повести вперед проекты, связанные с коммерческими вопросами и с работой в этом направлении. Подчас визита в провинцию Парма вытворцы наведали традиционные предприятия по вытворчести сыра пармезан и вяндлины прошута. Керовництво предприятия по вытворчести вяндлины выказало пожелание приехать до нас в область деловым визитом. Губернатор региона с удовольствием запросил наведать наш регион. Не все, что побачили гомельчане на Апеннинах, можно увасобить на белорусской земле, а лишь корыстные уроки отрымали. Як будет выконано хатнее задание, спытая губернатор в области Владимир Дворник. Час покажет, насколько отрымалось замацевать деловые стосунки и увасобить у житё передовый опыт итальянских сельгасвытворцев. Ольга Рабикова, Александр Александронец, Итальянская республика, Парма.